powerful. Yeah, the feeling is power and everything is good. Targeting at winning the cup. You see 42 points. After the 2 races. If we win here, luckily, hopefully, then one race, a short race, Baia. The factory car, like a T2 factory car with Rakar. Almost, but different, you know, suspension. We have one. So, Ilya, I ask in English, you answer in Russian. Okay. Okay? So, Ilya, you won the T2 category last year in Morocco. You are back here in Africa, in Tunisia. What's the main objective? Задач, на самом деле, основная, это, конечно, в этом году целый год провести удачно. То есть выиграть Т2. Для этого мы должны будем на этой гонке, в общем, ехать спокойно, в быстром темпе и стабильно. Это основное, что мы видим перед этой гонкой, свои планы и задачи. You have, I think it's a second rally with the new Toyota. You did Abu Dhabi and now Tunisia. What's the feeling with the new car? Машина очень хорошо подготовлена, она быстрая, мощная. Позволяет достаточно быстро ехать. Нам было сложно в Италии на ней, потому что там очень узкие дороги и много поворотов. А в Абу-Даби, в общем, она хорошо себя показала. Единственное, что было непривычно для нас, это езда на такой большой машине в песках. В песках достаточно было сложно, потому что машина большая, длинная, и свесы длинные. Поэтому мы цепляли и, в общем, несколько раз подсаживались из-за габаритов машины. Здесь таких сложных песков не будет, поэтому я думаю, что будет более удачно. Your main opponent will be a Tunisian driver. He knows very well the place, and he's very fast. Do you expect a big fight? Посмотрим. У нас, я думаю, что, так сказать, борьба с нашим конкурентом, она предстоит, но не на первых этапах, потому что я хотел бы убедиться, что эта машина не будет нас подводить, потому что были проблемы со сцеплением, были технические проблемы с этой машиной в Италии. Вот. А в течение гонки мы посмотрим, как наш темп, как темп конкурента. Если будет недостаточно, мы будем его поднимать. Но вообще мы тоже быстро едем. Спасибо.